Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Как видите, сегодня будем делать обзор на новинку фирмы MiniArt с артикульным номером 35575, бутылки коньяка и шампанского. Такой набор выпустила фирма MiniArt. Новинка 2016 года. Такой красочной, хорошей упаковки. На обратной стороне упаковки нарисована схема сборки и схема расположения декалей на бутылках. Распаковал набор, достал все с целлофанового пакета. Как видите, содержимое коробки на столе. Что в данном наборе? Вот такая вот красочная, красивая декаль с надписями на ящике и также с этикетками на бутылке. Очень хорошая, красочная декаль. Также дано 6 литников одного варианта ящика и 6 литников второго ящика. Довольно хорошо все отлито. Рельеф древесины хорошо имитирован. Приятный пластик. Ну и по 9 литников прозрачных с цветными бутылками. Вот так вот сделаны бутылочки. Тоже очень красиво, хорошо все отлито. Стыков пресс-форм не видно. Очень хороший, красивый набор для любителей диорам. Очень хорошее дополнение. Можно поставить и в кузов автомобиля ящики с коробками. Можно изобразить где-то и на диораме. Куда угодно можно сделать. И очень хорошо дополнит ваши модели. Ну, на этом обзор буду заканчивать. Спасибо, кто смотрит и комментирует мои обзоры. Спасибо за подсказки, за помощь. До новых встреч, друзья!